Коллектив группы компании «Докогенные технологии» занимается семенным картофелем 20 лет и за это время накопил богатый опыт в этой перспективной отрасли сельского хозяйства. Сегодня в его каталоге несколько сортов картофеля собственной селекции, в числе которых семена высоких репродукций новых сортов «Прайм», «Кармен», «Фламинго», «Индиго». Все они имеют свои особенности и преимущества. Сегодня на опытных полях компании проходит государственное испытание еще один новый сорт краснокожурного картофеля «Калинка». Это среднеранний сорт, клубни округлые с белой мякотью. «Калинка» хорошо хранится, устойчива к вирусным болезням и парше. Так как этот сорт засухоустойчив, то он идеально подходит для южных регионов. Сорт «Калинка», который в госиспытании, это дополнительные такие преимущества по сравнению с теми сортами, которые у нами уже созданы. Например, сорт «Кармен», тоже краснокожурный, он уже включен в госреестр. Это раннеспелый сорт, очень эффектный, нарядный сорт и соответствующее название. А сорт «Калинка», он немножко более поздний, другая форма клубней, значит, еще более высокая урожайность. Ну и, соответственно, мы тем самым насыщаем свой ассортимент, то есть предлагаем товаропроизводителям уже более широкий спектр сортов. Точно так и сорт «Фламинго», который второй год в госиспытании. Мы уверены, что он его успешно пройдет, потому что это уникальный сорт с розовой кожурой, с белой мякотью, с очень высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям. Он хорошо себя показывает и в южных регионах России. Поэтому одним сортом никак нельзя обойтись. Доктор сельскохозяйственных наук, руководитель селекционной программы компании «Докогенные технологии» Сергей Бонадысев отметил высокую урожайность и лёжкость сорта «Фламинго», его устойчивость к фитофторозу. Сорт идеально подходит для варки. Сергей Бонадысев гордится сортами «Прайм» и «Индиго». Первый относится к среднеспелым столовым сортам и превосходит аналогичные сорта зарубежной селекции по устойчивости к болезням. А другой сорт, «Индиго», вообще селекционное чудо. Его госиспытания начались в 2017 году, и прошел он их на отлично. «Индиго» — это первый сорт в мировой селекции с сочетанием цветной окраски мякоти, раннеспелости, правильной формы клубней и устойчивости к нематоде. Содержание витамина С и антиоксидантов у сорта «Индиго» в 3 раза выше, чем в клубнях с традиционной окраской мякоти. Это сорт, конечно, очень колоритный. Это сорт, который обладает не только внешними особенностями, но он и по содержанию имеет огромное преимущество. Очень высокое содержание витаминов, антиоксидантов. То есть все сторонники здорового образа жизни с удовольствием будут его употреблять, потому что в 3 раза больше полезных веществ в этом сорте. На внешний вид, конечно, непривычно, но при минимальной кулинарной обработке, вот в микроволновой печи там, или во фритюре, этот сорт, конечно, сохраняет свой колорит цветной окраски мякоти и дает такое эстетическое наслаждение. Это для экзотических гарниров, для премиум-гарниров очень хороший продукт. Семенной картофель убирает новейший прицепной картофелеуборочный комбайн немецкого производства «Гриммы». Но сначала по полю проходит копалка «Локвуд», которая подкапывает картофель и образует из него волки для более качественной уборки. Затем клубни складируются в современные картофель-хранилища, оснащенные системой управления микроклиматом. Сергей Бонадысев считает, что наша климатическая зона неплохо подходит для выращивания семенного картофеля. Но в этом году клубни могут пострадать из-за сильного переувлажнения почвы.